Здравствуйте, друзья! Осуществляем взлет в самой южной точке улицы Бехтерева, в районе Царицына, как раз напротив технического здания, в котором воздушные линии электропередач уходят в подземные коммуникации. Сразу же направляемся осматривать возводимую автомобильную эстакаду юго-восточной хорды, примыкающую к строящемуся туннелю под путями Павелецкого направления Московской железной дороги. Здесь тоннель под путями Павелецкого направления Московской железной дороги продолжает постепенно обретать свою форму. Строительство подобных объектов – дело не быстрое. Делаем поворот, и нам открывается вид на один из участков юго-восточной хорды, который идет параллельно узкой улице Бехтерева и уже может похвастаться асфальтовым покрытием.
пролетаем над Благовещенской церковью и Сиванской улицей. Пересекаем Кавказский бульвар. Пролетаем над Промышленной улицей. И вот мы долетели до крупной автомобильной развязки, которая после окончания процесса строительства будет соединять автомагистраль Южная Ракада и Юго-Восточную Хорду. Thank you.
оставили позади Южную Ракаду и летим к Котляковской улице. Thank you.
дальше, ориентируемся по следам строительного мусора на земле и таким образом добираемся до Котляковского проезда. Должно быть, это конечная точка строящегося участка юго-восточной Хорды, над которым мы пролетели. Друзья, благодарю вас за просмотр. Надеюсь, что вам понравились увиденные кадры.